Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Honor Bound. Ритуалы изгнать. Да, но для этого нам нужно изучить. Я до сих пор, по ходу дела, еще это не выучил. Хотя вроде бы как собирался. Давайте-ка мы посмотрим, наверное, с вами. Так, подождите-ка, у нас исследования готовы. Надо забрать. А, так вот, как раз, да, ритуал у нас готов. Именно первый, то, что нам нужен. 500 кристаллов. Блин, не хватает совсем немножко, ребят. Лидерство тоже не можем с вами изучить, естественно. Черт, что ж такое-то? С деньгами как-то у нас хлипенько идут дела. Давайте-ка мы с вами выйдем на карту и посмотрим, что у нас здесь изменилось. Так, угольки у нас готовы, 300 штук. Кстати, у нас еще шахты, ребята. Шахты вроде бы как заполнились. Сейчас мы с них заберем деньги. Но сначала давайте вот заберем здесь задание. Вау, успех. Ну что ж, давайте тогда следующее отправим. Давай-ка, наверное, будешь ты. Приступай, отпускай к заданию. Да, здесь нужно два персонажа. Пускай даже и первого уровня. Но у меня только, как видите, есть один. И наемник за 100 кристаллов. Но я, естественно, не буду делать. Слишком жирно это все. Ну, сколько у нас тут чего? Тень над Хейвеном. Нам остался, ребята, лишь один босс. Ну что же, главарю бандитов Большому Беллу больше некуда бежать. И мы его застали врасплох. Так что давайте его сейчас будем... Так, это ты преследуешь меня? Мне доводилось есть свиные пироги покрупнее тебя. Свиные пироги, ну я-то не пирог, братух. Ты достаточно горя причинил этим землям. Мы положим конец твоим набегам. Ха, по крайней мере, у тебя есть чувство юмора. А теперь умри поскорее, уже пора обедать. Ну ничего себе ты, братуха, припух. Загнанная жертва. Куда сбежал этот идиот-волшебник? Ему, наверное, кишки выпустят в этих горах. Хм, эта одежда похожа на ту, которую раньше носил волшебник. Значит, вы видели его? Я должен быть его проводником в этих горах. Давайте искать вместе. Ага, к нам присоединился, видимо, лучник. Хорошо. Давайте испробуем его. Я лучник. Мои стрелы наносят больше урона, чем меч или копье. Но у меня легкая броня, поэтому вы должны защищать меня. Как скажешь, олух. Ты, главное, только не подставляйся, пожалуйста. Под удары этих огров. На, ты получи. Ну, если честно, ребята, я не особо вижу, чтобы у него были мощнее удары, чем, например, моего меча. 97, это никуда не годится. К тому же мой варваренок уже отдыхает вовсю. Но в любом случае победа, ребята, и поэтому двигаемся дальше. А варваренка мне придется, да, для начала оживить и еще и подхилить. У нас здесь сундук. Хорошо, и опять огры. Видимо, здесь только огры у нас и будут. Хм. Поехали. Сейчас по-быренькому их положим, надеюсь. Так, главное, чтобы варваренок мой не подставлялся. Пускай, блин, пускай лучше бьют они лучника все-таки. Он у меня не основной персонаж, поэтому мне его не жалко. Все, победа, замечательно. Самосовершенствование. Поднимите своего военачальника до 10 уровня. Угу, понятно, 10 уровень мы получили. 250 голды, ребята, мы тратим за подхил. То есть, если у нас нету аптечек, естественно, мы тратим с вами голду. Ну, какую же дорожку выбрать? Слушай, ребят, я, наверное, пойду направо. Тут у нас... Хотя и сундук есть, но там тоже есть. Так что давайте, ребята, пойдем вот сюда. Так, это у нас что? За пипетка тут напала на меня. Ладно, разберем их по-быренькому. Они 7 уровня. Ты смотри-ка, у меня даже этот... Варваренок 10 уровень получил. А? Ты посмотри-ка. Но все равно по-прежнему... Как был ватой, так ватой и остался. И меня это, честно говоря, раздражает. Да сдохните вы уже. Все, отлично. Денег у нас уже почти 2000 голды. Максимально 3000 мы можем с вами таскать. Надо будет, кстати, этот порог увеличить. Да что такое, через каждый миллиметр огры. Блин, я, по-моему... А, ну, в принципе, нормально все, ребята. Еще буквально на удар моему варваренку жизни хватит. Вот, давайте, бейте вот лучника. Мне его не жалко, в принципе. Отлично. 36 золотых. Очень много, кстати. Двигаемся. О,
Все еще никаких следов того волшебника. Мне лучше вернуться. Возможно, он пошел в другом направлении. Извините, что приходится так вас оставить, но если мы не найдем способ излечить Рунолесье, ну ладно, прощайте. Да, ребята, вовремя он меня покинул, если честно. Причем как-то спонтанно. Там вроде бы еще ходить и ходить нам. Черт подери, а. Ну ты, конечно, блин, лукарь, подставил меня. Ни туда, ни сюда. Так, 28 голды, нормуль. Ладно, будем продолжать движение, фиг с ним. Сундучок у нас здесь, сокровище. И опять у нас огры. Я уже хочу как можно быстрее дойти до босса, быстренько его накумарить и продолжать историю. Так, добивай, отлично. Варваренок дает джазу. Ну а сейчас, оу, умница. Все-таки мои тренировки зря не проходят. Главное, что мы с ним одинаково идем, нога в ногу. У нас у обоих по 10 уровню. Так, так, так. Подлечиться. Смотрите-ка, спереди кто это такой? Ха-ха, ты создаешь проблему моему боссу. Для меня этого достаточно. Этот паршивец вышвырнул меня из моей собственной банды. Позволь мне сражаться вместе с тобой, просто чтобы заставить Большого Беллоу заплатить. Вот, значит, как мы взяли к себе бандита-наемника. Ну, посмотрим, на что ты способен. У воров лучше, чем у других классов, получаются удачные удары. Также они могут обворовывать противников, обеспечив вам быструю прибыль. Ну, думаю, что, ребята, обворовывать нам некогда будет здесь никого. Нам нужно будет их всех тут бомбить. Отлично, в принципе, неплохо он орудует. Смотрите, у него и меч, и топор. То, что нужно, как говорится, для нас. Огры, да когда же вы успокоитесь, а? Сколько же вас еще тут будет? Ну-ка, давай начнем. Ай-яй-яй, Броварёнок, ну как же ты слабенько. Слушайте, может быть, здесь можно как-то их прокачивать в плане физатаки? Это дело надо будет потом посмотреть. По статам, по всякой ерунде. Или же надевать какие-нибудь колечки. Я вот не знаю, можно ли менять им оружие. Или как-то его усиливать. О, Варваренок 11 уровень получил у меня. Ничего себе. Хм, быстрее, чем я, качается. Офигеть. Так, ладно. О, кстати, вот, ребята, и босс там уже был. Сейчас мы вот этих вот олухов добьем. Интересно, наемник сбежит от меня или будет драться против своего же, там, я не знаю, хозяина или кто он там. Отлично, здесь победа за нами. Причем довольно все легко пока идет. Никаких трудностей я на своем пути не встречал. Вот он этот Беллоу. Че, диалога даже не будет? Ба, значит, мои люди мертвы. Наэма даст мне армию разупокоенных, если я принесу ей твою голову. Наэма, но это значит... Этим можно заняться позже. Сначала разберемся с ним. Да, с этим амбалом. Он 10 уровня, ребят. Так что, я думаю, никаких проблем не возникнет. Тем более нас трое. Ну да, жирноватый. Ну, ничего страшного. Готовы сдаться? Нет, не готовы. Готовы тебя покарать. Блин, все время думаю, что здесь какой-нибудь есть скилл. Но ничего здесь... Такого у нас нет, ребята. Наэма, помоги мне! Это кто там у нее? Зомбари, что ли, пришли в помощь? Так, ну, ребят, мы, естественно, будем бить Беллоу. Эх, удачное попадание. Я думаю, что сейчас будет удачная смерть для тебя. На-ка, выкуси, гаденыш. Оу, даже с этими не пришлось драться. 120 монет, 30 эссенций. Уровень получили. Замечательно. Забираем сундук и двигаемся с вами в портал. Ну вот, после смерти предводителя бандитов они должны рассеяться. Да, я прослежу за этим. Эта Наэма слишком уж зловеща на мой вкус. Прощайте. Наэма, если она уже обратила внимание на Хайвен, сомневаясь, что этим наши проблемы здесь закончатся. Тем не менее, это большое достижение, Винрей. Вы отлично справились. Ну еще бы, ё-моё. Вот они награды.
Колечки, колечки, шкатулки и колечки. Хорошо. Вы доказали, что являетесь отличным лидером. Теперь вы можете брать в бой третьего союзника. А вот это, ребята, хорошо. Вот этого я долго ждал. Нужно нанять нового героя. Это поможет нам остановить распространение хаоса. Да, также об этом нужно сообщить в столицу Хейвенпорт. Они должны быть готовы к Наэме. Также нужно найти архидруида. Он хранитель этих земель. Если он не справился со своей задачей, на это есть серьезная причина. Ага, понятно. Значит, очередная у нас заварушка. 15 уровень нужно достичь. Так, значит, нам, ребят, не туда идти надо. Это мы только что с вами прошли. Так, значит, вот она, ребята. Помощь архидруиду. Так, ну-ка давайте посмотрим, сколько у нас здесь. 900 голды. Вау, и по максимуму забита у нас, ребята, с вами казна. Надо на что-то немножечко потратиться, я так думаю. Да не будем мы сейчас ничего оценивать. Что у нас здесь? А, ребят, да, достижение мы с вами получили же. Поэтому собираем алмазики, которые нам здесь доступны. Все. Угу. Отряд. Отряд. А фиг ли нам отряд, ребята, если у нас, по-моему, никак... А, нет, есть. Что я вру-то? Черт подери, они все на заданиях. Этого я брать не хочу к себе в отряд. Ну-ка, давайте-ка посмотрим с вами... А, у нас же задания закончились, да? Ну-ка, давайте-ка вернем... Отлично. Вот, вот этого вот мы, кстати, наверное, с собой сейчас и прихватим в отрядик. Заодно и посмотрим, кто это такой вообще. Изгнать. Вот я могу, ребята, здесь, видимо, изгонять и за это получать монеты. В принципе, хорошо. Если мы от кого-то решим вдруг избавиться, от слабенького воина, или который нам не нужен, или двойник, мы обязательно будем, наверное, продавать. Ну, а теперь давайте-ка мы вот поставим вот этого вот чувачка вот в этот слотик. Есть. Это какой-то у нас, ребят, призрак, по всей видимости. Ладно, посмотрим, что он из себя представляет в бою. Правда, он всего лишь второго уровня. Так, воткнем сейчас колечко какое-нибудь. Так, на атаку, на защиту, на атаку. Ну, давайте на тридцаточку мы поставим себе к атаке. Варваренок, ты как? Ты у меня вообще без колец. Без каких-либо. Давай тебе тогда снарядим. Так, одно кольцо есть. Погоди, погоди, у тебя же там еще слот. Да-да-да, именно на 25 защиты. Ну что же, теперь вроде бы как все нормуль. Так, что у нас здесь вот за восклицательный знак? Кстати, да, мы с вами... Вот, вот она, руна. Я и хотел сказать, что у нас... Ух ты! Ледяной элементаль, редкий. Слушайте, по идее он должен быть хорош, раз он редкий. Даже не знаю, может быть его взять вместо духа. Что скажете, ребят? Еще тут доступен базовый, обычный базовый персонаж. И выпадает здесь, видимо, какой-то рога, убийца. А здесь нам выпадает... Ох ты, еще один голем. А это кто такой? Хе-хе, видимо, маг какой-то. Прикольный. Так, давайте еще посмотрим, кто призовется у нас. Опять рога, но это, видимо, бандит. А здесь... Воу. Какой-то рыцарь. И последний у нас это... По всей видимости, маг. Да, ребята, все, все руны я потратил. Больше у меня нету. Жаль, жаль, конечно. Но, тем не менее, я считаю, что у нас отряд уже стал намного сильнее. Охренеть, 1 миллион рубинов. Вы представляете, ребят, сколько это нужно копить? Нет, тут явно без доната никуда. Ну что? Второй, 11-й, 11-й уровень. Даже не знаю. Есть ли смысл менять? Черт подери, и хочется, как говорится, и колется. Подождите, а как поменять-то вообще? Так, что-то я не врубаюсь. Новый уровень.
Ага, понятно. Не дают нам, ребята, развивать. Тут еще и угольков не хватает. Да, у нас 625, а нужно 740. Здесь, короче, мы ничего не сможем с вами сделать. Но мне... А, вот, ребята, нужно... Они абсолютно одинаковые, вот эти вот големы. Также, блин, очень много персонажей с вами открыли. Но я вот думаю, что где 4 звезды, те лучше. Хотя у этого тоже 4 звезды. Но этот идет больше воинам. А тут все-таки идет как рога. Ладно. Попробуем, ребят, вот так вот с вами поиграть, таким отрядиком. Уж больно мне хочется посмотреть, на что способен этот ледяной голем. Посмотреть задание. Так, левел 2 и левел 5 здесь нужно. Ну, второй-то у меня есть. А вот с пятым проблема. Черт подери, а. Так, ну что, давайте приступим с вами, наверное, к сюжеточке. Посмотрим. Ух ты, а это что такое? Что-то новенькое. Победите хаос. Тварь, пораженная скверной, сеет хаос на этой земле. Уничтожьте ее и заберите ее сокровище. О-оу. Я надеюсь, не зря ли я рванул. Смотрите, какая-то крыса или волчара. Ух, дай нам сил. На раз, блин, просто голема съела. Отлично. А ну-ка. О-оу. Не, ребят, должны, по идее, завалить. Должны с этим делом справиться. Хотя, черт его знает. Так, разрыв 2, что-то она делает. Оу, нет. Все, ребята, победили. И что же нам дадут за эту бестию? Оу-оу-оу-оу, голем-то у меня там прокачался до 5 уровня. Нормуль. Ага, вот у нас тут вскрытый почему-то ящик. Серебряная руна. А вот это хорошо, ребят. За руны мы призываем с вами уже не каких-то там обычных ложков, а действительно нормальных наемников. Плюс голда 880. Но она мне не пригодилась, потому что у меня казна была полностью забита. Надо все это... Оу, я еще могу что-ли подраться? По всей видимости, да, могу. Да и ребята у меня, по-моему, все мои воскресли, потому что они получили уровень. Да. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, а в следующей серии мы продолжим играть и проходить эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи вам, ребята.